Всем привет, с вами Вика, и за окном февраль, и, наверное, я бы начала извиняться за то, что я опять пропала, мол, блин, ребята, сорян, но это мой канал, я сейчас здесь, перед вами, и та-дам! У меня сейчас непростой период в жизни, у меня безумно мало времени, поэтому... В этом году, в данный период, я буду выпускать видео, которые меня окружают, если так можно сказать. Я буду снимать про то, что меня окружает. А это учеба, мой ежедневник, фильмы и сериалы. И, может быть, что-то по ходу интересное, поэтому смиритесь, на ближайшие полгода так точно. Я безумно хотела снять видео про мой ежедневник за январь, но... Что-то пошло не так, и я снимаю это в феврале. Здравствуйте. Поэтому я надеюсь, что тебе понравится это видео, и давайте скорее начинать. Итак, вот так вот выглядит мой ежедневник. Он от фирмы Economics. И это точно такой же ежедневник, как и в прошлом году, просто с другой обложкой. Если в прошлом году у меня был матовый синий, то в этом году я решила... что-нибудь поблестящее, но при этом классическое черное. Мне безумно нравится система Bullet Journal, но этот ежедневник хоть и без дат, но он разлинованный, поэтому я веду своеобразный Bullet Journal, но со своими коррективами. Итак, в начале месяца у меня есть календарь, который я каждый день зачеркиваю, если особо важные даты, то обвожу кружочком. Далее у меня идет трекер, в котором я с столбиковой диаграммой провожу то, что я делаю. Это правильное питание, занятия спортом, танцами, зарядка по утрам, всякие упражнения. И также подготовка к ЗНО или домашка. И рядом у меня, так как я их называю, грубо говоря, заповеди, которые я должна выполнять в этом месяце. Например, как пить около 2 литров воды, читать не менее 40 минут книги в день и тому подобное. Ну, а дальше у меня идет ежедневное заполнение. В конце ежедневника у меня небольшие коллекции, о которых мы поговорим потом. Я делаю небольшой мини-трекер, в котором я отмечаю, сколько я выпила воды, как я питалась, как я читала и какие упражнения я делала, точнее, сколько. Те дела, которые ограничены временем, например, проснуться в 6:30, потом пойти на учебу в определенный период, я отмечаю квадратиком. Пишу, что мне надо сделать, и по исполнению отмечаю галочкой. Те же дела, которые мне просто нужно сделать, но они не имеют каких-то определенных временных ограничений, которые мне просто нужно сделать в этот день, я делаю ромбиком и закрашиваю по исполнению. И да, если вы не заметили, то веду я ежедневник на английском, дабы развивать свой английский язык, и вообще это прикольно. Каждый день я так заполняю... ежедневник. Иногда сюда попадаются мои конспекты, но это уже такое. А теперь давайте перейдем к коллекциям. На данный момент у меня коллекций немного. Это книжная полка, это цели на год. Также у меня есть сериалы, в которых я отмечаю сезон, и дальше серии, которые я закрашиваю по просмотрению. И также у меня есть такая графа, как Films to Watch, то есть фильмы для просмотра. Я записываю фильмы, которые я посмотрела и которые мне понравились. Те, которые мне не понравились, я, соответственно, не записываю. И из этого списка я могу спокойно вам рассказывать для видео фильмы или делиться с кем угодно. И на самом деле это шикарно. На данном этапе это все. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите в комментариях, хотите ли вы больше видео о ежедневнике, планировании или тому подобному. Мне правда очень интересно, жду вашего фидбэка. Ну а на этом все. Увидимся с вами в следующем видео. Сияйте, пока! Makes me wanna risk it every time I look at you.